придуманные и невыдуманные истории давно стали легендами. Многие из них забыты, а парк живет. И, как прежде, открывает посетителям свои удивительные уголки. Провинции официально оглашала: в парк запрещено пускать серых людей и вообще тех, кто плохо одет. Пропуска в Софиевку могут быть выданы только лицам, которые принадлежат к высшему обществу. Максима Горького в парк не пустили. Странствующий писатель был плохо одет. Получалось так, что поэтическую гармонию парка внезапно разрушала могучая стихия. Уже на нашей памяти весной 1980 года селевой поток разорвал плотину и обрушился на парк. Казалось, что парк навеки погребен под слоем застывшей грязи. По сантиметру возрождали свою Софиевку жители Умани. Постоянном внимании и уходе. Губительно для редких пород деревьев дыхание множества людей. Полируются древние камни, уничтожены многие редкие растения и цветы. Стремясь разгрузить старую часть Софиевки, сотрудники заповедника здесь, в западной ее части, формируют новую парковую композицию. Станут ли и сюда также стремиться люди, как стремятся они со всех концов земли в романтический уголок вечной гармонии, созданный руками человека? We'll be right back.
механизм передвигать их с места на место. Но мы мало задумываемся о том, насколько диковинными выглядели тогда деревья, которые сейчас нам кажутся уже привычными. Например, ель, сосна, туя. Мы привыкли к этим растениям. Даже такая обычная акация, казалось бы, которая растет, может быть, возле каждого вашего дома, в каждом селении. Растения эти, акация, каштан, туя западная, впервые попрос, появились именно в нашем парке. Тополь пирамидальный, который является символом Украины сейчас, то поле наше. И то впервые было заведено из Италии, итальянский, который назывался Тополь, потом именно в нашем парке.